Обыкновенно во время такого алкогольного опьянения люди начинают писать своим бывшим, своим нынешним, своим будущим, потому что вот эта хуйня, вот эти пьяные смс-ки, это и есть на самом деле любовь. Вам если вы думаете, что любовь это что-то другое, какая-то романтика, конь, вас наебали. Настоящая любовь это «Привет, чем ты занимаешься?» Ну что, я подъеду? Вот, блядь, любовь. И похуй, что тёлка сразу не ответит, и вы пишете то же самое следующее, типа...